хотел, сегодня сделаю небольшое видео про мои блестки. Значит, у меня есть такая коробочка. Тут, конечно, очень много блесток, потому что они уже просыпались немножко. Значит, здесь у меня есть несколько глиттеров. Меня уже спрашивали по прошлому видео, так как глиттер это считается блестки для нанесения на поверхность, но я их наношу на специальный клей криолановский, поэтому как бы мне они очень нравятся, и вот именно вот эти блестки я избегаю наносить на область около глаза, прям вот в уголок. И вот такие же у меня есть серебряные. Это я им раньше пользовалась, ну и вообще на Хэллоуин я и на тело как бы их могу наносить или на какой-то другой праздник. И вот здесь у меня тоже есть несколько вариантов. Значит, вот эта палеточка No Name, без имени, я вам уже ее показывала в каком-то видео. Значит, здесь блестки, так вот, моя тень отсвечивает, здесь блестки на кремовой основе. Вот, то есть они уже содержат основу для нанесения. Можно их спокойно наносить без геля или без клея определенного. Вот такие просто потрясающие swatch получаются. Как вы знаете, я просто обожаю блестки, просто я не могу без них жить. Так, куда уже нанести, я не знаю, сейчас попробую на другую руку. Такие и желтый здесь цвет. Не знаю, будет ли фокусировать. И красный здесь цвет на различные варианты макияжа. И плюс я недавно еще приобрела себе вот такие блесточки. Их можно наносить, кстати, так же как и на лицо, так можно и на ногти наносить. И маленький такой секретик. Можно нанести большие блестки вот эти, либо вот эти серебряные. Вот они тут вообще очень большие, очень. Можно наносить на лак, на ножки, то есть как бы сделать педикюр вот с такими огромными блестками. И ножки смотрятся просто великолепно. Значит, я купила вчера, возвращаюсь к этим блесткам, вот такого цвета блестки и золотого. Я немножечко их уже просыпала, золотой цвет. Вот. Потрясающие, просто так, мне уже тут нечем показывать, ну просто прелесть. Конечно, на утренний макияж блестки не подходят, это на вечерний, торжественный какой-то случай, или на вечерний какой-то романтический летний ужин, или на Новый год, в общем, потрясающе. Вот такая у меня небольшая коробочка с блестками. Гель я вам сейчас не покажу, что-то я как-то его затеряла, надо найти. Вот, а вообще есть специальный гель Криолан, на который сажаются эти блестки, они выглядят очень красиво и не рассыпаются. Всем спасибо.